Первые 500 тысяч медицинских инструментов сегодня выдали волонтерам и акимам пригородных сельских округов. Завод по выпуску шприцов «Бранда» организовал беспрецедентную акцию по бесплатной раздаче мединструментов населению. Всего компания планирует раздать 2 миллиона 950 тысяч шприцев населению. Из них 600 тысяч будут выделены областному управлению здравоохранения во время вакцинации населения от COVID-19. Первая партия 500 тысяч шприцов была роздана у городского акимата акимам сельских округов и волонтерам. Те, в свою очередь, раздали шприцы в общественных местах города, остановках и семейно-врачебных лабораториях. По словам представителей завода, по выпуску шприцов мединструменты будут раздаваться согласно графику. Все акции прошли организованно, без нарушения правопорядка, с соблюдением карантинного режима. Мы, конечно, понимаем, что не только нехватка шприцов, есть вопрос нехватки медицинских препаратов. И знаем, что централизованно в республике этот вопрос решается. Сейчас мы создали единый телеграм-чат всех аптек города. Я думаю, мы в ближайшее время вопрос обеспечения препаратами тоже найдет свое решение.